Всем добрый день. Хочу вам показать, вот что я придумала с поилкой. Не знаю, может, кто-то уже догадался до такого. У нас, мы, как всегда, не успеваем пересадить утят в сарай. Все занято. Ну, сейчас подготавливаем для них место, пока вот они дома в коробке. На пеленке. Думала, будет сухо. Приезжая с работы, здесь просто болото. Они из поилки просто воду разносили лапами. И вот мы решили попробовать, как в сарае уток, кошачий поддон. Но коробка узкая, и я почему-то в последний момент, скажем так, сообразила. Такая вот есть миска металлическая. И как раз вот встает сюда вот вакуумная поилка. И вот за счет этого у них по суше получается. Они, по крайней мере, вот дрызгают там вот в этой миске. Вот. Может быть, кому-то это пригодится.